Группа компаний «Акум» – один из лидеров в производстве и продаже аккумуляторных батарей в России. Сегодня в состав группы входит аккумуляторное производство «Акум», производство пластмассовых компонентов, металлургическое производство и торгово-маркетинговая компания TMC. 5 ноября 2001 года в Министерстве юстиции Российской Федерации была зарегистрирована компания ЗАО «Акум». Уже спустя год при технической помощи и непосредственном участии специалистов компании «Тудор» запускается завод по производству аккумуляторных батарей в городе Жигулевск. К 2003 году продукция предприятия поставляется на «Ижмаш», «Рослада», «АвтоВАЗ» и «GM АвтоВАЗ». В этот же период создается региональная торговая сеть. Январь 2005-го стал знаковым для компании. В Ганновере был подписан пакет соглашений с немецкими коллегами из корпорации Johnson Controls, в результате чего было создано совместное предприятие и начат выпуск батарей Варта Стандарт. В этом же году осваивается производство полного цикла, при котором основная часть комплектующих производится на заводе «Акум». Проектная мощность на этом этапе – 1 миллион аккумуляторов в год. В 2006-м начато строительство завода по производству свинца. К следующему году в составе группы компаний появляются предприятия по производству пластмассовых компонентов и торгово-маркетинговая компания TMC. В 2009-м начато освоение производства аккумуляторов для грузовых автомобилей и специальной техники. В 2010-м производственные мощности модернизированы до 1,5 миллиона аккумуляторов в год. В 2011-м на базе группы компаний «Акум» происходит структурирование одноименного холдинга. «Акум» — это динамично развивающаяся компания, которая ставит перед собой самые высокие планки. Для достижения поставленных задач в компании разработана единая стратегическая концепция развития. Перед группой компании поставлена цель – стать технологическим лидером и лидером по продажам в России на основе зарубежного технического опыта и опыта продаж на рынках сбыта. Для этого необходимо выполнить следующие задачи. Увеличить объем производства до 2015 года до 2,5 миллионов батарей в год. При этом оборот должен составить 5 миллиардов рублей в год. Доля рынка при этом составит 40% на рынке автопроизводителей и 10,7% на открытом рынке. Рентабельность хозяйственной деятельности должна быть в районе 10%. Предприятие постоянно расширяется. Уже сейчас на территории завода ведутся работы по строительству двух объектов – административно-бытового комплекса площадью 600 квадратных метров и производственно-складского комплекса в 4000 квадратных метров. Также активно «Акум» заявляет о себе на открытом рынке. На сегодняшний день реализуется проект по созданию сети торгово-сервисных центров «Акум». Это новый этап в развитии открытого рынка на территории России. Аккумуляторное производство «Акум» – предприятие по производству стартерных аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей. Основано в 2001 году. Расположено в городе Жигулевске Самарской области на пересечении различных путей сообщения – авиа, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта, что позволяет оперативно взаимодействовать с различными регионами России и зарубежья. На заводе расположено два производственных корпуса и здания административно-бытового назначения, складские помещения. Общая площадь строений – 12 900 квадратных метров. Сегодня на предприятии трудится 491 человек, из них 368 – рабочие основного и вспомогательного состава. Производство аккумуляторов – процесс сложный, требующий высокой квалификации сотрудников. Так, многие специалисты завода прошли обучение на профильных заводах зарубежных корпораций. Перед нами поставлены серьезные задачи в ближайшие годы, и у меня нет никаких сомнений, что мы с нашим коллективом справимся с решением этих задач. На предприятии «Акум» используется современная передовая технология кальций-кальций. Она подразумевает замену традиционно используемой в пластинах аккумуляторов сурьмы на кальций. Технология кальций-кальций позволяет создавать аккумуляторную батарею для современного автомобиля с большим количеством энергопотребителей и минимум затрат на ее обслуживание.
Само производство состоит из нескольких этапов. Главная составляющая части аккумулятора – свинец. Он в слитках поступает с металлургического производства. На аккумуляторном производстве эти свинцовые слитки переплавляют и раскатывают в рулонные полосы, которые перфорируются на специальном оборудовании для получения свинцовой решетки – основы аккумуляторной батареи. Для некоторых моделей аккумуляторов используются литые решетки. Их изготавливают в отдельном литейном цехе. Дальнейший этап – это изготовление свинцовой пасты. Она состоит из нескольких компонентов, главный из которых – оксид свинца. Для его изготовления на заводе отливают свинцовые цилиндры, которые затем поступают в специальные мельницы. Под воздействием высокой температуры и кислорода, содержащегося в воздухе, они превращаются в порошок оксида свинца. После приготовления пасты ее наносят на решетку, которую впоследствии рубят на пластины и отправляют на дозревание и сушку в специальные камеры с определенной температурой и влажностью. Спустя положенное время пластины отправляются на склад, где они проходят проверку лабораторией. В дальнейшем из положительных и отрицательных пластин собираются блоки, в которых один тип пластин изолирован сепаратором. Следующий этап – сборка батареи. После того, как пройдет спайка пластин и формирование перемычек, готовые блоки монтируются в пластиковые корпуса. На автоматической сборочной линии происходит первичный контроль на короткое замыкание. Затем идет сварка межэлементных соединений и снова контрольное тестирование на короткое замыкание готовой батареи. Потом к батарее приваривают крышку и по специальной технологии оплавляют полюсные выводы. На финальном этапе сборки батареи проходит тестирование на герметичность и маркируется индивидуальным шифром. Далее батареи поступают в цех зарядки. Здесь аккумулятор заливают электролитом, приготовленным на специальном участке, и размещают в зарядном зале, где к нему подключают электричество для формирования необходимых характеристик набора емкости. Заряд каждой батареи происходит под контролем специалиста по специальной программе, заложенной в управляющий компьютер. По окончании зарядки в батареи доливают электролит, моют их и складируют на палеты. Производственный цикл заканчивается финальным контролем электрических характеристик батарей, наклеиванием этикеток и упаковкой. Интеграция в мировую автомобильную индустрию требует поддержания высокого уровня качества и конкурентоспособности продукции. На аккумуляторном производстве АКУМ эта задача решается путем постоянного развития производства, совершенствования конструкции и технологий, внедрения международных стандартов качества, системы Lean Production. Система менеджмента качества завода АКУМ сертифицирована на соответствие стандарту ISO 16949. Мы внедряли с нуля нашу систему менеджмента качества и за 10 лет достигли определенных успехов. Продукция торговой марки АКУМ пользуется заслуженным авторитетом как у конечных потребителей, так и у автопроизводителей. На производстве внедрены специальные посты контроля ключевых параметров, способных определять электрические характеристики батареи. Главное их преимущество – автоматическая отбраковка некачественной продукции. Кроме того, компания АКУМ имеет собственную лабораторию. Здесь производит контроль качества на соответствие характеристик продукции существующим стандартам и особым требованиям автопроизводителей. В стенах лаборатории на современном оборудовании батареи проходят испытания на номинальную и резервную емкость, холодный пуск, долговечность, прием заряда, саморазряд, расход воды и остальные параметры. За высокое качество продукции АКУМ предприятие неоднократно удостаивалось различных премий и званий. Компания АКУМ производит аккумуляторные батареи номинальной емкостью от 55 до 190 ампер-часов прямой и обратной полярности. В настоящее время на заводе выпускается 4 линейки аккумуляторов. Аккумуляторы АКУМ. Кальциевые, проверенные временем высоконадежные батареи, получившие наивысшую в России оценку мировых автоконцернов. Лидер продаж, лауреат программы «100 лучших товаров России» в 2008 году. Аккумуляторы «Браво». Линейка кальциевых надежных батарей с оптимальным сочетанием параметров емкости и стартерного тока. Аккумуляторы «Реактор».
Линейка мощных батарей с рекордными значениями тока холодного пуска, не имеющая аналогов в России. Обладатель диплома «Новинка года» по программе «100 лучших товаров России» в 2008 году. Аккумуляторы «Форвард». Специальные кольцевые батареи, разработанные по стандартам «Форд». Имеют повышенный уровень надежности и обладают всеми преимуществами батарей завода «Аком». Сегодня рынок сбыта продукции компании «Аком» сориентирован на поставку батарей отечественным автосборочным предприятиям и заводам стран СНГ, на обеспечение нужд открытого рынка России и стран ближнего зарубежья через дилерскую сеть, а также выход на рынок Европы и расширение присутствия на нем. Завод обеспечивает аккумуляторными батареями крупнейшие автопредприятия страны – «АвтоВАЗ», «GM АвтоВАЗ», «Форд Мотор Компани», «Ижавто», «Азгаз», «Солерс Елабуга», «УАЗ», «Суперавто». Работая в соответствии с международными стандартами качества и занимая выгодное географическое положение, компания «Аком» является наиболее перспективным поставщиком для всех иностранных производителей, имеющих сборочные производства в России и странах ближнего зарубежья. Продолжается создание расширенной дилерской сети в России и странах СНГ. В настоящее время «Аком» сотрудничает более чем с 50 партнерами в 50 городах России и странах СНГ. Компания «Аком» уделяет особое внимание экологической обстановке на заводе и за его пределами. Именно поэтому на предприятии используются безопасные с точки зрения экологии технологии. На территории аккумуляторного производства «Аком» стоят современные системы очистки воздуха от промышленных выбросов, способные отфильтровать до 98% примесей, а также эффективные фильтры мокрой очистки воздуха. Собственные локальные очистные сооружения нейтрализуют и очищают от механических примесей производственные стоки. Они работают по замкнутому циклу. Очищенная техническая вода вновь поступает на завод и используется для технологического оборудования и нужд производства. Современная лаборатория позволяет постоянно контролировать состояние воздушной среды. На предприятии внедрена и успешно работает система экологического менеджмента, сертифицированная по международному стандарту ISO 14001. Благодаря широкому спектру экологической деятельности, ЗАО «Аком» неоднократно награждалась специальными дипломами ежегодного областного конкурса «Эко-лидер». «Аком» – металлургическое производство. Предприятие по переработке вторичного свинцово-содержащего сырья с получением мягкого свинца и свинцовых аккумуляторных сплавов. Ведет свою деятельность с 2006 года. Расположено в промзоне центрального района города Тольятти. Предприятие является главным поставщиком свинца на аккумуляторный завод «Аком». Компания начинала работу с производства низкосортного чернового свинца. Сегодня завод может предложить своим покупателям свинец различных марок и сплавов. В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 9000 тонн свинца в год. Наличие собственной современной лаборатории позволяет выпускать продукцию, соответствующую российским и мировым стандартам. За короткий срок деятельности нашего предприятия мы достигли значительных результатов и составили конкуренцию многим предприятиям, работающим на этом рынке долгие годы. Производство ориентировано на эффективное использование производственных мощностей и выпуск качественной конкурентоспособной продукции. Особое внимание на предприятии уделяется решению экологических вопросов, модернизации производства и внедрению современных технологий. «Аком» – производство пластмассовых компонентов. Предприятие по производству пластмассовых изделий методом литья под давлением. Основано в 2007 году. Расположено в промзоне автозаводского района города Тольятти. Основной продукцией компании являются пластмассовые комплектующие к аккумуляторным батареям завода «Аком». Современные технологии, применяемые на производстве, и специализированное оборудование позволяют достигать высоких результатов в производстве пластмассовых изделий. На нашем производстве установлено и работает литьевое оборудование ведущих мировых производителей в области переработки пластмасс. Данное оборудование позволяет выпускать высокоточные изделия для автомобильной промышленности,
электротехнической отрасли, а также для бытовых нужд. Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям стандарта ISO 9000, что подтверждается на заводе каждый год. Специалистами предприятия постоянно ведутся работы по разработке новых технологий и созданию пресс-форм. На сегодняшний день основной задачей компании является освоение производства изделий для аккумуляторных батарей, соответствующих требованиям безопасности Евро-5. Согласно плану развития аккумуляторного производства, предприятие планирует к 2015 году увеличить производство до 2,5 миллионов комплектов аккумуляторов в год, а общий объем продаж планируется довести до 180 миллионов рублей в год. Торговая компания TMC – эксклюзивный дистрибьютор аккумуляторного производства АКОМ в России и за рубежом. Основана в 2007 году. Цель компании – обеспечение лидирующей доли завода АКОМ на рынке аккумуляторных батарей. Компания TMC осуществляет полный спектр услуг по продажам и продвижению стартерных аккумуляторных батарей в России и за рубежом. В период экономического кризиса 2009 года мы не только не потеряли свои позиции на рынке, но и нарастили объемы продаж батарей, а также укрепили отношения со своими партнерами. С момента создания компания постоянно наращивает долю присутствия АКОМ на рынке стартерных аккумуляторных батарей. В настоящий момент доля компании на российском рынке аккумуляторных батарей составляет 5%. В планах к 2015 году увеличить свою долю на рынке более чем в два раза, до 10,7%. Для достижения поставленных целей разработана высокоэффективная система управления продажами и система маркетинговых коммуникаций. Предприятие оказывает спонсорскую помощь детскому социально-реабилитационному центру «Доверие», школе бокса «Атлант», Национальному парку «Самарская Лука», Совету ветеранов, православному приходу в честь иконы Божией Матери «Владимирская» в Жигулевске. Партнерские отношения связывают группу предприятий с МЧС, отделом ГИБДД УВД по городу Тольятти, отрядом Федеральной противопожарной службы. Входя в состав благотворительного фонда имени Жилкина «Духовное наследие», АКОМ поддерживает социально-культурные акции. С 2012 года группа компаний АКОМ участвует в работе Самарского отделения Союза машиностроителей России и Регионального совета Союза работодателей Самарской области. Президент группы компаний АКОМ Николай Михайлович Игнатьев является руководителем представительства Союза работодателей Самарской области по городу Жигулевск.